Ну и всем привет, с вами Робин. Сегодня мы посмотрим на набор под артикулом 75167. Это у нас спидер охотников за головами. Давайте же начнем. Ну и давайте рассмотрим коробку данного набора. Тут у нас артикул, название набора, от 6 до 12 лет, надпись Disney и логотип 2017 года, это у нас штурмовик из СГУ-1. Также на задней стороне коробки у нас сценка с набором, тут функционал данного сета. Ну и тут у нас ссылка на lego.com и также артикул, ну и, наверное, все. Также в данном сете 125 деталей, год выпуска его 2017, и розничная цена его где-то 1000 рублей или 15 долларов. Ну и первое, наверное, с чего хочу начать обзор данного спидера, это то, что набор сделан хорошо. Ну, вы все, наверное, знаете то, что батлпаки как бы сделаны только для сбора минифигурок. А постройки там кладут довольно посредственные, которые, скорее всего, вы потом разберете и больше никогда не будете собирать. Но тут же обратная ситуация, тут сделали хорошую постройку, хороший спидер, который не стыдно будет поставить на полку, потому что сделан он реально, ну, добротно. Также имеется у этого спидера какая-никакая детализация, то есть тут пытались закрыть что-то тайликами. Также тут очень классные голубые детали, которые, ну, мне не часто попадаются. Ну и имеется, конечно же, орудие. Это вот эти вот два бластер фена, которые стреляют. Также имеется вот такой вот рюкзак. Имеется вот такая вот турбина. Имеется вот такие вот два двигателя. Если честно, два двигателя мне эти не очень зашли, потому что, ну, они как-то не вписываются в данный сет. Ну и, в общем, вот так вот сделан сам спидер. Не хватает единственной панели управления, но как бы это батлпак и, в принципе, и так сойдет. Ну давайте посмотрим на минифигурки. Ну и первая минифигурка у нас это Фолом, или же 4 лом. Дроид, перепрограммировавший себя, который стал охотником за головами. Дроид сделан очень классно, у него есть принты на торсике, принты на ногах, есть принты сзади на торсике. Также мне очень нравится его голова, она сделана очень красиво и, ну, не знаю, очень прикольно, мне прям этот дроид очень сильно понравился. Хоть это и уже и вторая версия у меня его в коллекции, но дроид получился красивым, и у кого его нету, всем советую приобрести, реально хорошая минифигурка. Ну и давайте посмотрим на следующую минифигурку. Ну и вторая минифигурка данного сета, это у нас Денгер. Тоже охотник за головами, тоже сделан очень классно, он уже появлялся в Лего. Также у него тоже есть принты ржавчины. Есть вот такой вот прикольный рюкзак, имеется вот такая вот классная повязка на голове, также вот такой вот принт, тоже прикольный. Жалко, нету принтов на ногах, вот, ну, как бы не помешало бы сюда добавить какие-нибудь сапоги или чего-нибудь еще, но так, как бы, сделан прикольно. Но прошлая минифигурка мне понравилась побольше. Давайте посмотрим на следующую минифигурку. Ну и третья минифигурка, это у нас дроид IG-88. Дроид очень классный, он даже попадался в журнале, и это его немного обесценило, потому что если бы он не попадался в журнале, то это была хорошая фигурка, которая попадалась только в батлпаке. Но те, у кого есть журнал, конечно, да, это не очень хорошее решение, но все-таки дроид получился классным. Вот такой вот принт головы, также имеется много бластеров, винтовка, и это очень классно. Так что у кого не было этой фигурки, то для тех это очень хорошо. Ну и давайте посмотрим на последнюю минифигурку. Ну и последняя минифигурка данного сета, это у нас Боск. Минифигурка сделана очень красиво, это, наверное, мой фаворит в данном сете, потому что, ну, это реально классная минифигурка, до этого у меня ее не было, и выглядит она прикольно. То есть у нее такой вот желтый костюм, также имеется вот такая вот прикольная злостная голова, также имеется куча всяких разных принтов на торсике, на ногах, также имеется принт сзади на торсике. Ну, кстати, на ногах имеются вот такие вот прикольные когти, ну, фигурка запринтована и вообще сделана очень красиво, и это, наверное, правда мой фаворит в данном сете. Ну и давайте, наверное, подведем итог о данном сете. Ну и что же могу сказать в завершении обзора? В первую очередь это батлпак, а в батлпаках ценятся минифигурки. Тут минифигурки просто шикарные, они подойдут всем, как коллекционерам, так и нет, потому что, ну, в принципе, они довольно редкие, ну и поиграть с ними тоже можно и на полку поставить, в общем, хорошие фигурки. Также в данном сете очень хорошая постройка.
это вам не какая-нибудь башенка, это реально хороший спидер, который тоже можно вполне поставить на полку, и выглядит он хорошо, за исключением вот этих вот турбин, они мне не очень понравились, но опять же, это лично мое мнение. Ну и про данный сет я, наверное, все рассказал, так что обязательно пишите в комментариях, что вы думаете о данном сете, есть ли у вас данный сет, ну и вообще, увлекаетесь ли вы Звездными войнами или нет, ну в общем, напишите, мне будет интересно почитать. Также обязательно поддержите этот ролик своим лайком. Ну и тут я, наверное, все сказал. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И всем пока!